нужно быть аккуратным. А чей это мячик? А чей это мячик? А? Чей это мячик? А, ну не отбирай ее мячик, не надо. Я хочу, чтобы она погоняла ее. Не надо, ну, ты знаешь, это ее мяч. Ей нужно что-то дать взамен, прежде чем заберешь мяч. Возьми немножко корма и с ручки подай. Ты должна, ну, как бы, научить ее, что, ну, как бы, взамен должна что-то давать. Нет, это провокация, видишь, это ее мяч. Ну, попробуй, ладно, я попробую отнять. Если она будет защищать ее, нет. Сократик, ну ты чего? Сократик. Пусти себе, пускай. Все будет нормально. Она хочет играться, видишь? Ну хоть с этой стороны зайду и стой. Пытаюсь найти подход к коту. Не получается. Видишь, она обоссается еще. Все, это ее мяч. Не отдам, мой мяч. Элечка, ну ты молодец, хорошая девочка. Веселка начинается. Да, дурачится. Смешно у нее сюда. Ну, пускай немножко потратит энергию. Это просто раздолевает, когда у нее отбирают мяч и подкидывают. Конечно, они... Ну да. Она не хочет отдавать, а Велка прыгнула сразу. Да. Сейчас не самое лучшее время сыграть, она сейчас играется. Но все равно хочется, видишь. Он хочется ему, и все. Она хочет подружиться, видишь, она пытается к нему подход найти. Ну, может быть, с этой стороны зайти, может быть, с той зайти. Она хочет с ним поиграть, видишь. И хочет с кем-то поиграть. Не провоцируй это. Ой. Не волнуйся, все нормально. Большая, конечно. Такое играть сейчас будет. Слушай, ну да дам. Слушай, ну может быть мяч проездить, блин, конечно, лучше нападение. Лучше не. Ты знаешь, лучше не надо, потому что это такой мяч, который она жует постоянно, а если он там попадет какую-то грязь, будет не очень прикольно. А, ну да. И может это другой какой-то мяч, какой-то гладкий, который не попадает в грязь. Ну, видишь, она мне нравится играть с мячом. Да, кайфует. Она задолевалась так, когда она впервые это все это играла. Она раньше так не играла. Пытайся отнять мяч, она специально смотрит тебя, чтобы ты подошла, да, забрала. Она хочет тебя поиграть. Шурочка. Какая смешная. Сука, ну его в баню. Да, ну его в баню.